Каждое утро я прихожу к себе в мастерскую и делаю здесь гитары. Гитары бывают разными. Классическая гитара, эстрадная, электрогитара и бас-гитара. Классическая гитара отличается более мягким тембром, эстрадная – более звонкая. Сегодня мы с вами сделаем классическую гитару. Для этого нам потребуется несколько пород твердого дерева. Из красного дерева мы изготовим корпус, из клена – гриф. На верхнюю деку используем ель. Материал для гитары должен хорошо просохнуть. Этот процесс занимает от 5 до 100 лет. Хороший сушеный и выдержанный материал – это лакомый кусочек для мастера. Поэтому иногда приходится разбирать старые инструменты для того, чтобы получить высококачественный материал. Гитара – сложный акустический инструмент, и в этой системе каждая часть должна быть настроена, должна звучать. Каждый кусочек дерева живой, и эти кусочки должны спеться в руках мастера. Когда корпус собран, его слушают, настраивают. Но инструмент не готов, пока его не отполируют лаком. Это не внешний блеск, это то, что защитит гитару от неблагоприятных воздействий на долгие-долгие годы вперед. И вот у нас готова новая классическая гитара. Настраивайтесь на нужный лад, а я вам в этом помогу.